Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, город Рсак, и у нас школа для бизнеса, да? И давайте мы, это такой вводный урок, мы сейчас с вами пообщаемся, как получить максимум. Ну, первое, у нас на сайте расписание надо посмотреть. Дальше, что мы делаем? Смотрите расписание, да, смотрите, определяете для себя нагрузку, определяете, в какое время вы будете учиться. То есть, если вы просто клиент, ну, без проблем, то есть вы пользуетесь продукцией, да и все. Если вы хотите зарабатывать, значит, надо учиться это делать правильно. Определяете, в какое время будете учиться. Следующее, уделяете учебе хотя бы 20-30 минут в день. Лучше меньше, но чаще. То есть надо каждый день уделять время учебы. Просто пишите себе, что я каждый день буду учиться там по 30 минут. Можете больше, пожалуйста, больше, если хотите быстрее получить результат. По 30 минут, допустим, там с 9 утра до 9:30. Так, модули курса открываются поочередно. Поэтому перескакивать, ну, здесь просьба не перескакивать, но вы даже не сможете перескакивать, потому что и вам будут давать обратную связь. То есть вы выполнили, вы сделали домашнее задание, ну, возможно, не на каждый урок буду давать, но на какой-то модуль я буду давать обратную связь. Все уроки выполнять все задания. Итак, идем дальше. Что нужно для того, чтобы получить максимум? Следующее – это сила взаимопомощи. То есть вы будете смотреть работы партнеров и давать обратную связь. То есть смотрите работы партнеров, смотрите посты партнеров, то есть тексты, что они делают, мы все сбрасываем в наш рабочий чат, и вы даете обратную связь. Что вы получаете здесь? Что это вам дает, что вы даете обратную связь? Вы получаете такую насмотренность, да? У вас, вы увидите много аккаунтов, постов, много сторис. Зачем вам нужна эта насмотренность? Вы учитесь на ошибках и успехах других. Вы формируете вкус, то есть чтобы у вас посты были красивые, правильные. Идет более глубокое усвоение темы, более глубокое. Чем больше обратной связи, тем лучше. Тем более, что у нас, ну, наверное, у всех практически одна общая целевая аудитория. И чем больше обратной связи, тем лучше. И вы практикуетесь давать обратную связь. Вот когда вы, смотрите, сила взаимопомощи, да, вы вашим коллегам практикуетесь давать обратную связь, и в будущем это очень сильно будет полезно для вашей команды. И еще, друзья, это очень ценный навык вообще по жизни, когда вы умеете давать обратную связь. Также это еще вклад в людей, вклад в других людей. То есть не надо, знаете, с какой позиции. Вот перед тем, как что-то получить, надо что-то отдать. И не надо с той позиции, что я вот ему помогу, а потом он мне тоже даст обратную связь. Может и не даст, но надо с позиции, что я вот помогу. Не ожидайте ничего взамен, вы просто давайте обратную связь. Вот поверьте, и не обязательно это касается именно нашей школы, именно нашего обучения, вы давайте обратную связь, то есть не только обратную связь, да? Вы помогаете людям, даже несмотря на то, что они не ваши партнеры, они не в вашей команде, да и вообще помогаете людям, не только сетевикам, не ожидая ничего взамен. Это такой вклад будет в людей. Следующее. Активно используйте командный чат. Вот у нас есть командный чат, там, где наши партнеры, партнеры команды Долгих, Любовь и Валерия. И вы активно этот чат используете, приглашаете туда своих партнеров и заглядывайте почаще. Зачем вам нужен этот чат? Потому что он вам поможет не слиться,
Ну вот всякое бывает. Может, где-то будет тяжело, да, может, где-то там что-то вас расстроит, может, что-то не будет получаться. Вот. Он вам поможет не слиться. Вы быстро сможете получать ответы вот именно в этом чате. У меня он настроен специально, и когда в чат идет какое-то сообщение, я это слышу, где бы я ни была. Быстро получать ответы. Делитесь любыми успехами и результатами в этом чате. Вы будете видеть и успехи других, и своими делиться, и вдохновлять себя, своих партнеров, да? Вот когда начнете делиться результатами и успехами, то те партнеры, которые будут у вас в чате, они будут вдохновляться. И, конечно же, задавайте вопросы. И идем дальше. Подход к бизнесу и обучению. Вот на время признайте себя учеником. Даже если вам кажется, что вы все знаете, на время признайте себя учеником. Я когда иду куда-то учиться, я все, я 100% ученик. Я вычеркиваю вот этого учителя, закрываю, да, и учусь. Вот. И должно быть активное обучение. Я так надеюсь, что вы будете выполнять все уроки, не застрянете на первом каком-то. Если будет что-то непонятно, конечно же, спрашивайте. Активное обучение. И не просто вы просмотрели, потому что, знаете, я пробовала открывать все обучение сразу. Что делают люди? Люди просматривают это обучение, говорят, все, я уже все просмотрела. Что делать? И что делать дальше? Просмотрела. Просмотрела – это не значит сделала. Поэтому посмотрели, сделали, посмотрели, сделали. И любопытствуйте, пробуйте, пробуйте сами что-то новенькое. А если я вот так вот сделаю, а если я здесь поменяю, если я вот это вот. И, конечно же, берите ответственность за свой бизнес на себя. Я, конечно, всегда с вами рядом, я вам всегда помогу, но берите ответственность, вы должны понимать, что это бизнес ваш, вы строите свой бизнес и берите ответственность на себя. Значит, спонсорская поддержка в лице нас, ваших непосредственных начальников, в лице нас, Любови, Валерия, Долгих. Вот, к Валерию, если что-то непонятно по маркетингу, можете обращаться. Я по продвижению в соцсетях. Будет у нас и уроки по рекламе, как давать правильно рекламу. Значит, спонсоры. У вас будут свои спонсоры, ну, возможно, те люди, которые сейчас смотрят это видео, вы у нас не в первом поколении, вот у вас еще дополнительно будут ваши наставники. Если вы у нас не в первом поколении, вам тоже очень сильно повезло, потому что у вас есть не только мы с Валерием, но у вас есть и ваши наставники, то есть у вас больше наставников, а это круто, это классно. Конечно же, спонсоры не сделают бизнес за вас. И, друзья, ну, вы должны понимать, что иногда есть выходные, и, возможно, там суббота или воскресенье, или какой-то другой день у ваших наставников, или у нас с Валерием выходной, и мы в этот же день, ну, возможно, где-то и не ответим. И задание. Такое задание вам записать, зачем вам это надо? Записать, зачем вам этот бизнес? Зачем вы хотите построить команду, зарабатывать 1000, 5, 10 тысяч долларов, может быть и больше, да? Зачем вам это надо? Запишите 5 причин, зачем вам это надо. Пишите это на листочек, 5 причин, и вешаете где-то возле компьютера, чтобы вам это было всегда видно прям каждый день. Вот стоят эти причины перед вами. Кстати, кто более технически продвинутый, вы можете взять и сделать такую картинку, 5 причин, зачем вам нужен этот бизнес, и сделать или заставку на рабочий стол компьютера, или заставку на телефон. Если нет, не беда, пишите на листочке, вешайте где-то возле компьютера, да, или ставьте возле компьютера. Вот. Но вы должны это видеть всегда. Ну и все, друзья, и продуктивной работы. Школа РСАК вас приветствует, вы действуйте и до встречи в следующих видео.
у нас будет еще не только школа РСАК, но и будет как бы повыше. Вначале будет школа, потом будет институт, да? Вот, потом будет вообще бизнес. Но бизнес мы начнем делать с вами сразу. Все, действуйте, продуктивной учебы.